Рецепт дрожжевого пирога с черникой предназначен любителям пышных форм. На дрожжах пирог вырастет, его сладость отлично оттенит черничная кислинка. На его приготовление уйдет примерно 1,5 часа. Как приготовить дрожжевый пирог с черникой? 1. Сначала надо заместить тесто. Растворите дрожжи в теплой воде, перемешайте и оставьте на 5 минут. Добавьте 1/2 ложечки сахара и снова перемешайте. Затем смешайте со 2 стаканами муки. Подержите в тепле минут 10. Закройте крышкой или пищевой пленкой и оставьте на 2-3 часа вместе, защищенном от сквозняков. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Мюка 901 тысяча грамм, черника 700 грамм, сахар 400 грамм, творог 250 грамм, вода 150 миллилитров, молоко 150 миллилитров, яйца 3 штуки, растительное масло 4 столовые ложки, крахмал 1,5 столовые ложки, сухие дрожжи 1,5 чайных ложки, соль 1 чайная ложка, количество порций 10-15. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!